Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Юрей. Совсем недавно вышла новая интересная модификация, о которой я сейчас и расскажу. Начнем мы с ее названия, Country House, или же деревенский домик. Чтобы этот домик получить, нам придется приехать в магазин Тейма, и там на стене возле прилавка будет листовка о том, что кто-то продает свой дом. Мы на нее наводимся и за 24 тысячи марок покупаем. Теперь нам нужно переместиться к ферме Тавакка. И вот он, наш прекрасный дом. Выглядит шикарно. На веранде у нас расположился ящик для почты и фонарь. Открываем дверь. Тут нас встречает прихожая и чуть дальше коридор с гостиной. В доме есть две спальни, ванная, балкон, кухня, кладовка и гостиная. В ванной у нас стоит душ, туалет и стиралка. Теперь про спальни. Есть основная и не основная. Не основная считаю, что просто комната, так как там нельзя ничего сделать, чисто под склад. В основной есть стол, на котором может расположиться компьютер. И также есть двухспальная кровать. В кладовке есть зарядка для аккумулятора и несколько полочек. В гостиной у нас есть тумбочка, удобный диван и шкаф с бумбоксиком, который работает по принципу радио и не требует батареек. На кухне есть холодос, обеденный стол и открывающиеся шкафчики, которые выглядят довольно прикольненько. На улице у нас есть небольшой гриль и заборчик. Теперь переместимся на чердак. На чердаке есть коробка, с помощью которой можно перевести телефон, телевизор и компьютер в наш домик. Также в городе возле нового дома алкаша есть продавец интерьера по имени Джек. У него можно купить покраску стен и новый паркет. За покраску вы заплатите около 750 марок, а за паркет 1200. Вот так вот красиво выглядит дом ночью. И еще, кстати. Бывает. Честно говоря, в этом доме находиться как-то стремновато. Свет у него не особо яркий, и для тех, кто боится темноты, этот дом будет адом. Но на этом у меня вроде как все. Если что-то забыл сказать, то обязательно напишите об этом в комментарии. Моя оценка данному моду 9 из 10, потому что домик возле города — это прикольно. Особенно если он выполнен хорошо. А в данном случае он выполнен более чем нормально. Ну ладно, всем спасибо за просмотр, всем удачи и до новых встреч.